Добрый день, гости и подписчики канала. 21 октября. Фантастический жор щуки. По порядку. Начал ловить на воблере. Нет поклевок. Перешел на клевалки. Рано утром щука клевала нежно. Несколько сходов подряд. Затем пошли уверенные атаки. Проводка блесны. Опускаю на дно. Несколько оборотов катушки и пауза. После касания дна равномерная проводка и пауза. Поклевки обычно на паузе. Да. Нет, я на не люблю, на колебалку. После десятка сбитых зубастых убрал подальше, блеснул кондор Artful 15 грамм и достал воблеры. Когда щука переставала клевать на воблеры, добивал колебалками. Williams Trophy 13 грамм и блесной дам 18 грамм. We'll be right back.
самую жару перебрался в мелководную часть озера. Поупирался в плавающий джерк Salma Slider 7 см 17 грамм. Безрезультатно. Поставил блесну собственного производства 14 грамм. Моя любимая блесна мелких озер дельты Днепра. На ее счету сотни сбитых щук. Завод Таураги, Литва, выпускал блесну Банга и заготовку к ней, из которой я и выбил блесну. После слайдера блесну атаковали две щуки. Перешел поглубже, но в облере нет поклевок, а на блесны вновь. После обеда воблеры заработали, а под вечер пошел массовый выход щуки. Thank you.
Разловлены 12 воблеров и 5 блесен. Количество сбитых хвостов с полсотни. Щуки оказывали достойное сопротивление. Пока щуки были относительно пассивные, лучше работали блесны. Можно было заглублять их под самым камышом, выманивая щук. С началом выкода щук эффективно заработали воблеры. Спасибо озеру Трофей и его администратору Виталию. Всем ни хвоста, ни чешуи. Благодарю за подписку.